Старший тренер Владимирского «Торпедо» Сергей Юрьевич Дубровин. Сергей Юрьевич, столь нужная, долгожданная победа. Наше поздравление и комментарий по матчу. Ну да, я тоже согласен, что с поздравлениями, что мы сегодня наконец-то победили. Да, давно этого хотели, вот очень давно хотели. И сегодня это получилось. Я благодарен всем болельщикам, да, которые пришли, которые и болельщикам, и фанатам, да, и тем людям, многим, я уверен в том, что кто за нас болел, там, смотрел нас через интернет, да, смотрел трансляцию. Я всем говорю огромное спасибо в этот морозный там, день. Они пришли, молили нас очень активно. Это чувствовалось на протяжении всего матча. Им огромное спасибо. Что по игре? По игре, я считаю, что мой первый тайм полностью доминировали, да, во всех компонентах игры. Вот. Поэтому создали момент и забили два гола. Вот. Во втором тайме забили третий, но почему-то, не знаю почему, не то что, ну да, наверное, инициативу отдали, либо сами отошли, больше играли на быстрых атаках, могли забить больше, но все-таки мне хотелось больше такой целостности игры, да, и в контроле мяча, может быть, из-за того, что вот она победа так рядом, и чтобы ее не отпустить, поэтому там, ребята в некоторых ситуациях перестраховывались. В очередном матче ни один из форвардов не забил. Вот как тренер Дубровин оценивает игру нападения? И слава богу, что оказался полузащитник Калабахов, который сделал очень важный хитрик. Ну, скажем так, если брать нашу схему вообще, да, то нападающий у нас один, если так, так можно выразиться, да, но есть атакующие игроки, которые должны выполнять атакующие действия, да, и они касаются и созидания, и завершения. Вот, поэтому я бы не разделял бы именно нападающего, да, или нападающих на, ну, с какой-то группой атаки, да, поэтому там, могут забивать все в нашей тактике, если брать, ну, там, моменты с игры в основном, конечно, да, это, ну, наверное, кроме трех центральных защитников, остальные, у остальных все в какой-то определенный момент могут подключаться к атакам, и у них есть шанс забить. Вот, поэтому, ну, я бы не стал там говорить именно, что нападающие не забили, а вот то, что забил Дима Калабахов, опять же, там нападающий там, в третьем голе проделал большой объем работы, отдал ему голевую передачу, и они забили. То есть это общекомандные действия должны быть слажены, но именно в завершении вот сегодня получилось у Калабахова, да, поэтому он забил три. Состав соперника вас удивил, когда вы узнали, что «Волна» приедет, скажем так, не самым основным составом? Честно, удивил. Сложнее было играть против такой команды? Или быстрый гол как бы помог? Не сложнее, но меня удивило, что люди так отнеслись к матчу. Меня просто это удивило. И добавил, скажем так, еще, хотя и так был заряжен на игру, но добавил еще злости. Сергей Юрьевич, «Волна» — соперник, которому мы нанесли три поражения в официальных поединках в этом сезоне. Два в первенстве, один в кубке. В чем секрет превосходства над этим коллективом? Или стечение обстоятельств? Я думаю, что да, это стечение обстоятельств такое. Я думаю, что мы... Если бы реализовывали в других матчах свои моменты, да, или там забивали, скажем так, первыми, как это было, ну, во многих матчах мы имели моменты, но их просто не реализовывали, то результат был бы совсем другой. Обошлось ли сегодня без травм? Ну, надеюсь, что обошлось. Еще пока точно не знаю, но вроде, как сказать... Без таких серьезных травм, чтобы кто-то не смог играть именно по травме следующую игру, пока их нет. То есть к Орехово-Зуево готовимся в боевом составе? Да, конечно. Удачи и победы в следующем матче. Спасибо.